Дах протекает, и у дожди квартиры заливая водой. Об такой проблеме сигнализуют жихары одного со шматповерховиков по улице Лиможа у Гродне. Как означают представники коммунальной службы, даденный будинок находится у планах на капитальный ремонт. Однако громадяне чакают проведения хотя бы элементарных работ для ликвидации течи. Пока же пытание застается невырашенным. Владимир Лобан особисто в этом переконался. Отсюда вот вода течет, как говорится, вот она, вода, вот ведра, и выливаю ведра, как говорится, с водой. Вот, застелил пленку, это я спасаю свою квартиру. Вот так на техническом поверсе дома Валерий Зенько смагается с лужинами. Хотя подручными сродками, признается гродинец, проблему не вырешить. Дах будинка давно протекает, и у любой дождь стены квартир становятся вельготными. Электричество на той стороне нельзя включать из-за того, что короткое замыкание. Здесь течет именно по блоку полностью вода, именно мебель, страдает мебель. Здесь была вода, и вот у нас в данный момент аппаратура стояла здесь, она начинает мокнуть. У таким становище опынулся не только Валерий Антонович. Его соседи, каже мужчина, так само пакутают от постоянных потопов. Нижняя квартира сейчас вот подо мной. Люди сделали за свой счет, утеплили стенки, утеплили стену. А все равно вода идет из угла, из крыши, из-за того, что протекает. У жилево-будовничном кооперативе номер 99 означают, коммунальным службам ситуация ведома, и дах обовязково приведут в належный стан. Вот только конкретные термины ремонта покуль не озвучиваются. Были составлены акты ЖЭСом, мастером, потом дефектные акты, и я все это занесла в ЖКХ. Это все идет, ремонт и покровли идет это по текущему ремонту. Вот. Очередь потихонечку двигается, поэтому в этом году, я так надеюсь, что в начале года, пройдет этот вот зимний период, после первого квартала, я так думаю, что будет у нас крыши сделаны. Хотя да, дома у нас уже в проекте на капремонту по кровле. Три дома наших. Капитальный ремонт шматповерховика, делятся местовые жихары, был бы идеальным вариантом. Однако громадяне згодные и на проведение бегучих работ. Главное, кажут люди, как со столью в квартирах не текла вода. И, отповедно, чекают от коммунальников вырашения наболелого пытания. У доме 15/2 по улице Лиможа.